Управление Пенсионного фонда в Сочи и городское управление социальной политики представили депутатам информацию о ходе общественного обсуждения совершенствования пенсионной системы России. Выслушав докладчиков, народные избранники решили признать дальнейшую необходимость модернизации пенсионной системы. Сходимся мы все к мнению тому, что реформа пенсионной системы назрела уже давно. Ее дальше откладывать просто нельзя. Но отметили сегодня депутаты при обсуждении, что наряду с принятием проекта в первом чтении этого закона необходимо принять еще целый пакет нормативных актов, которые бы давали уверенность в трудоустройстве и жителей в возрасте, и молодежи, по медицинскому обеспечению и целый ряд еще вопросов социальной защиты нашего населения. Дополнительные гарантии подразумевают и повышение ответственности работодателей за возрастную дискриминацию при приеме на работу и увольнении, создание материальной и моральной мотивации работающих граждан для более позднего выхода на пенсию, развитие законодательной базы в целях снижения неформальной занятости. Учитывая важность темы, работа над сбором предложений от общественных организаций, профсоюзов и экспертов будет продолжена. После анализа и обобщения полученной информации она будет направлена в законодательное собрание Краснодарского края и Госдуму России для учета при обсуждении пенсионной реформы.